Добрый вечер, дамы и господа! С вашего позволения мы потихонечку будем начинать. Вам желаю хорошего вечера, прекрасного настроения и больше Гиннесса. Благо, что он здесь есть. Для тех, кто первый раз на нашем концерте, надо сказать, что мы играем все-таки не джаз и отнюдь не джаз. Нас пока здесь терпят, ну, не будем говорить так, даже любят, особенно бармены. Мы играем такую музыку, в общем, близкую к британской традиции, все, что с этим связано, британских островов. А это значит вересковые пустоши, скалы, море, Атлантика, Гиннес, виски, юбки для мужчин, но юбки для женщин. И много в том, что мы играем в такой традиционной, в общем, как ее принято называть, кельтской музыке. Ну, скорее, эта музыка, наверное, вот именно британская. В свое время она на нас такое оказала влияние, как где-то в конце 80-х, начале 90-х годов, так же, как на Мика Джаггера и компанию оказала влияние африканская музыка, например. Вот, поскольку Мик с компанией ничуть не смущается того, что он же из белого человека стал черным, нас тоже совершенно не смущает то, что у нас вместо крови теперь Гиннес. Надеюсь, вас также. Ну, группа Арт Кейли. Спасибо, что пришли. Yeah.
Thank you.
Спасибо. Портовая песня 19 века, которую пели английские моряки. Вообще она повествует о том, как ирландский моряк сошел на английский берег. С корабля его встретила девушка, очень симпатичная. Ну вот, ну и чего, собственно, день до вахты пошел с ней. Она говорит, я тебе такое покажу, такого никогда не видел. И повела его, привела его в какое-то место, которое, как он понял, ведомо ей. Там уже был накрыт стол. И после того, как уже в 2 часа после красного подали белое, и она уже заказала номер, до него дошло, что платить придется за все ему. Ну вот, но он при этом не отказался и поднялся в номер, и через минут 40, после того, как она заснула, он проверил, что у нее было с собой, нашел достаточно много всего интересного. Серебряную табакерку, бриллиантовое кольцо, 50 фунтов. Посмотрел на нее, напоследок забрал это все, ушел из номера, закрыл ее в номере и вернулся на корабль. Об этом песня. We'll be right back.
столько пива, да, там, где какие-то такие пивные реакции. Во, вот это правильно. Да-да-да. Настроение хорошее, суббота. Ну, да. Ладно. Следующая пьеса называется «Два дурака и рисовая каша». Была написана достаточно давно, и мы воспринимаем ее просто как русскую народную песню, без слов. Тем самым мы как бы сейчас погружаемся в такое, ну, то есть уходим из города немножко в деревню, поиграем. И больше по настроению традиционных деревенских песен и музыки.
great hungers. Although I was a doctor's son, I gazed in fear and wonder as they perished from the raging blade that came from the great hunger. It came from the great hunger. In the age of four, in 1847, the demands they built upon the shore seemed to point to heaven. They seemed to point to heaven. But the wind, the rain, they walked away, and the dunes are uneven. But the children kicked the sand around. The bones they are real. The bones they are real. I saw him grin as we dined in vain to put upon the tables. The time covered the deck and said, "That's my labor ring. That's my labor." The rattling decks of the boat to a set of mournful tunes, to a set of mournful tunes. A crack of lightning split in the sky and the rain of a dizzy pour. I let them lie while I shut them down. The bailiff and the landlord, they're back for a drink in Westport. Thank you.
Oh, tell me now.
На следующей песне нам требуется перестройка гитары. Написана она была нашим замечательным другом, любимым. Все те, кто уже были на нашем концерте, знают об этом. Я написал Нил Хаммонд, английский музыкант и разведчик, который прожил здесь в 90-е годы. Вот. И потом, когда наше правительство все-таки они поняли, что он занимается здесь не английским языком, с детьми шпионит, его выслали из страны, и он одно время жил в Польше, теперь живет в Канаде, но совесть его замучила. Это я, конечно, шучу, замечательный человек, никакой не шпион. Но, в общем, он написал песню о времени 90-х годов, вот сейчас, в которой мы подходим в этой программе. Сейчас будет такая прям очередь песен, которые были вдохновлены либо тем временем, либо написаны тогда. Замечательно было романтическое время, все знают. Вот, вот песня написана вот о наших концертах, о том времени, когда вот эта музыка, которую мы играем, она была очень нашей такой гаванью особенной и нашим особенным настроением. Мы думали, что когда-то мы сыграем на Уэмбли. Один раз мы на Уэмбли сыграли, но совсем не эту музыку. Играем ее сегодня здесь для вас. Исключительно. Песня Нила Хаммонда, которая называется «Living Tomorrow». Been fast from the border. Lebanese rolling on the back of revolver. Apple cakes cool while the rag children wait. Their mother is out in the storm. Sweet Georgian wine takes its turn round the room. Singing and trying to tune the vinyl guitar from very beneath the pile of shoes at its door. What you don't know what for.
Песня тоже из 90-х, называется «Возвращайся». Yeah.
Эта пьеса посвящается всем тем, кто страдает химической зависимостью. Называется «Собственный пленник». Thank you.
сломалась струна. Капала сама вообще нормально, у нас тут супер хорошо. Ну давайте нальем, пока Вадим меняет струну, а я расскажу французский анекдот. Следующая песня французская. На русском? Это значит, что недостаточно выпили. Ему не сухо. Я вообще вкратце могу сказать, о чем история для тех, кто завтра за рулем. Дети тут есть, да? Нет! Ну, в общем, анекдот вполне детский, поэтому я позволю себе. В общем, 5 часов утра, воскресенье. Не детская. Детская площадка. И компания молодых людей приходит. Сначала их 12, потом их 8. Потом уже в половине 9 утра остается двое. Он и она. Вот. Ну, а в это время, как раз после завтрака, выходит папа с сыном. Выходит на детскую площадку. И сын говорит папе, говорит, пап, смотри, тетя дядю ест. А он говорит, да нет, сынок, это они просто так целуются. Он пригляделся и говорит, да нет, правда ест. Это вот для тех, кто сегодня пьет только пиво. Песня единственная вот в нашем репертуаре на французском языке. И обычно нас всегда просят в любой компании, говорят, давайте, слушайте, хватит это все ваше трала-тала. Давайте что-нибудь наше. Ну, вот. И мы решили сделать исключение для людей, которые воспитаны на песнях. Не на песнях Битлз, а на песнях Шаинского. Включить в репертуар французскую вот такую вот песенку, которая, как ни странно, называется «Амур». Thank you.
Спасибо. Ну, песня для хорового пения не по-французски, поэтому всем будет легче. Вот. Там есть... Ну, в общем, конечно, не о самых хороших временах, ну, как сказать, в семейной жизни, о самых, наверное, худших ее временах. Но, тем не менее, посвящается всем тем, кто не теряет, так сказать, самообладание и остается всегда верен или верна самой себе или самому себе. Песня написана нами как перевертыш к известной шотландской песне «My Bonnie Lies Over the Ocean». В ней, как известно, поется моряком, ушедшим в дальнее плавание. Раньше уходили так, что вообще просто уходили и все. Вот. Кто-то там какое-то время грустил по дому. Ну, вот. Потом старшие товарищи говорили, ладно, и все уже. Ну, вот. Ну а этот моряк был верен своему дому. И вот он, песня поется, что моя любимая где-то там далеко, и верните мне мою любимую. Нами была написана версия. Моя любимая близко, и заберите ее от меня, как можно скорее. Или наоборот, мой любимый со мной до сих пор. И припев такой, если кто-то знает греческий язык, ну, певайте. Даже те, кто настолько счастлив в семейной жизни, что не... Не в сказке сказать, не в бюро написать. Тем более. Вот так, вот что так. Set me free. Set me free. Take my body from me. Да? Да или нет? Oh, set me free. Won't you please take my body from me? Ну, это, в общем, такая молитва даже почти получается. Давайте вместе попробуем. Oh, set me free. Take my body from me. Относитесь к этому как к уроку английского языка, а не как к тому, что пришли захватчики. Oh, set me free. Won't you please take my body from me? Wives and true husbands, may God bless your nights and your days. And listen to my lamentation, pray for me if you can pray. The very first time that I saw her, I hardly could keep on my feet. Yes, she was as fair as an angel. Real by chance, seriously, oh, set me free. Take my body from me. Set me free. Won't you be saying my body from me? At first we were happy together. Now please don't cheat and slave. She opened
Thank you.
Прежде чем мы сыграем следующую песню, хотим вам сказать спасибо за то, что вы сегодня пришли, и мы ждем вас всех, включая барменов клуба Козлова, в пабе О'Коннеллс, который находится на... где находится? На Покровке. 23 декабря, где мы сыграем специальную новогоднюю программу, веселую. Не послушав такую музыку, невозможно, короче говоря, встречать ни католическое Рождество, ни Новый год, ни тем более православное Рождество. Campus!
Песня о самой неважной любви для каждого человека, о первой любви. Песня про девушку из провинции, которая бросила своих друзей во дворе и уехала за карьерой в большие города. Поется от лица парня, который увидел ее на обложке журнала «Мэри Клэр», выходя из магазина в воскресенье утром. Thank you.
He danced like Zizi Jamel. Your clothes are all made by butter, and there's diamonds and pearls in your hair. Yes, they are. You live in a fancy apartment on the Boulevard Saint-Michel, where you keep your Rolling Stones records and a friend of Sacha Distel. Yes, you do. But where do you go to, my lover, when you love me at bed? Tell me the thoughts that's around you, 'cause I can look inside your head. Yes, I do. Tell me the lies that surround you.
Спасибо. Спасибо большое, дамы и господа. Вадим Бедов, акустический гитарный набор. Александр Шебушинидзе, электрогитара. Роман Томилин, бас-гитара. Дмитрий Фролов, барабан. Анатолий Жунир, звук сегодня. Клуб Алексея Козлова, большой поклон всему персоналу, всем. И вам большое спасибо, что пришли сегодня! Thank you.
Келли, дамы и господа, сегодня в клубе «Алексея Козлова».